Всем огромный привет, друзья, меня зовут Таня, я рада приветствовать вас на своем канале. Это видео было мною и вами даже согласовано. Я вас спросила, хотите? Вы сказали, хотите, поэтому да. Сегодняшнее видео будет про Москву, про то, как мы переехали, про то, как мы отсюда теперь уезжаем. Собираем свои манатки, сваливаем. Как это вышло вообще? Как это вышло вообще? Почему, зачем? Когда мы куда-то переезжаем, у каждого из нас есть свой бэкграунд, на который мы с вами опираемся при переезде, при принятии каких-то решений вообще в жизни. Наш бэкграунд был таков. Мы были молодая семья, у нас был маленький ребенок, прям совсем маленький, до года. Мы вообще из Хабаровска, и мы поняли, что мы в Хабаровске достигли своего максимума в развитии бизнеса. Бизнес наш дистанционный, мы не зависим от места, мы не привязаны к нему, мы можем вести этот самый бизнес из любой точки России. Мира, сложно сказать, пока что России. Ну и, собственно, мы поняли, что в Хабаровске расти нам больше некуда, и куда же нам поехать? Ну, естественно, в Москву. Мы делали несколько вылазок в Москву, это было пару раз точно, 2 раза мы приезжали просто смотреть, знакомиться с городом, узнавать, что такое этот город на букву М. И это было в основном теплые месяца, мы жили в центре, мы гуляли, ходили по паркам, пользовались всеми благами, да, современного мира и сервиса наивысочайшего, который в Москве. Когда вы переезжаете в Москву и когда вы приезжаете сюда как турист, ну это естественно, это абсолютно разные вещи. Потому что, когда вы турист, вы живете в самом сердце, Красные площади, парки, культур, мультур, вот это вот все, оно на вас наваливается, вас очаровывает, вы влюбляетесь и думаете, что так везде. Нет. Когда вы приезжаете сюда реально жить, я мало кого знаю, своих знакомых, кто сразу переезжал, знаете, там, в центр города. Ничего не менялось между его, да, ожиданием и реальностью. Все было одинаково, эти весы были на равных. Но мы переехали, естественно, не в центр, потому что, блин, вы знаете, сколько стоит жить в центре? От 100 тысяч. От долбанных 100 тысяч рублей за комнату, однокомнатную, боже. У нас был маленький ребенок, мы не хотели менять свой уровень жизни, который был, ну, такой средний, немножко выше среднего, на какой-то там ниже плинтусовый. Мы не хотели жить на раскладушках, мы не хотели жить в каких-то загашниках, короче, мы искали квартиру нормальную, в которой вот мы сейчас находимся, это двухкомнатная квартира, большая, с хорошим ремонтом, комфортная, светлая, хорошая. Здесь прекрасная кухня, хороший подъезд, хороший дом, в общем, хорошая квартира за 50 тысяч рублей. Сейчас, внимание, мы живем в Бутово. Бутово! Когда я говорю своим знакомым и друзьям, где я живу, они сразу прерывают со мной связь. Такой пошел стереотип, что Бутово — это какой-то отдаленный край земли, здесь рэкет, здесь бандиты, люди ездят с пистолетами в машине. Я не знаю, может быть, и ездят, но я, по крайней мере, такого не видела. У нас здесь зелено, у нас тут парки, озера, в этих озерах утки, у нас очень тут симпатично, чисто, ухоженно. Все дворы просто вылизанный, классно. Но самый большой минус, самый жирный минус, это то, что мы находимся на отшибе. Если вы откроете карту Москвы, вы увидите, что это одна из самых крайних, дальних точек станции метро. Ехать до центра час, ехать до центра в час пик 1,5 часа. Вы понимаете, да? То есть 1,5 часа в одну сторону. Вы тратите часы своей жизни, чтобы доехать, например, на работу. Если вы работаете ближе к центру, где находятся все основные офисы каких-то таких крупных компаний, они находятся там, ближе к центру. А вы находитесь здесь, да, в парке, сидите тут, в своем Бутово. Вы, получается, тратите по 3 часа своей жизни просто на метро, просто на машину, просто на дорогу. Вы представляете вообще, сколько это в неделю, сколько это в месяц, сколько это в год, сколько это вообще в вашей жизни? Это огромное количество часов, чтобы просто добраться. Понятно, что вы можете смотреть по дороге там фильмы, сериалы, слушать лекции, но я, по крайней мере, хочу сказать так, что это очень сложно, потому что в метро очень шумно, громко, напрягается, я не знаю, башка, мозги, уши, все, невозможно сидеть и что-то там прям действительно слушать и вслушиваться. Кто-то говорит лекции, слушает аудиокниги, я вас умоляю. Здесь пруд пруди всего, это Москва, детка, да. Это один из огромных жирных плюсов Москвы, это то, что здесь, ну, просто все. Вот все, что вы можете себе представить, здесь есть уже все. Но отсюда же и минус вытекает. Влиться в нишу, войти, сделать что-то свое крутое, сложное, да, необычное, это надо постараться, это надо просто порвать себе все, да, все ходы, всю попу надо порвать себе, чтобы действительно тут
забабахать что-то. Ну, потому что все забито под завязку. Пробки. Я действительно раньше слышала про это, что Москва — это вечные пробки, очень много машин. Но чтобы столько? Это... ты стоишь в этих пробках часами. Точно так же, как ты стоишь в метро, ты хотя бы едешь. А тут ты просто можешь встать в пробку на машине и стоять. Эти пробки всегда. Там, на выходных, в рабочие дни, утром, днем, вечером, они всегда. Бывает даже МКАД. МКАД — это, да, круговая дорога. Там пробки часовые, представляете? То есть это, ну, та дорога, где нет светофоров, где ты просто едешь с одной и той же скоростью и съезжаешь, когда тебе надо. Даже там бывают часовые пробки. Например, даже если ты просто захочешь в туалет сходить, ты не сможешь. На МКАДе нельзя останавливаться, там нет обочин, там нет магазинов, там нет супермаркетов, там нету ничего. Просто дорога и все. И ты что ты делаешь? Что тебе делать? Можно просто, знаете, уехать по одному делу рано утром в Москву и только к вечеру вернуться домой. Когда мы жили в Хабаровске, за полдня можно переделать кучу дел. Вообще, можно переделать все. Здесь нет. Тут даже когда ты договариваешься о встрече, ну, люди уже прекрасно понимают, что, ну, скорее всего, ты опоздаешь. Климат. Это моя боль. Тут вечная серость. Тут... вечный какой-то депресняк, нагнетающая атмосфера. Вот мы за декабрь, за январь мы видели солнце пару раз. Пару раз. Сравнивая с моим местом рождения, Дальним Востоком, там солнце каждый день. Понятно, циклоны, дожди, какие-то метаморфозы там с погодой. Но солнце каждый день, как в Африке. А тут нет. Ну, за месяц ты можешь видеть солнце два раза. Поэтому в квартире всегда темно. Сейчас вот зима, реагенты раскидывают по дорогам. Из-за этого снег не лежит долго, то есть он все время тает. Это превращается все в какую-то серую мерзкую кашу. Все это разбрызгивается повсюду, по земле, по тротуарам, по всему. Это очень неприятный видок создает у Москвы вот эта вечная-вечная серость. Медицина – это еще один пункт, по которому, ну, стоит 10 раз задуматься, да, стоит ли сюда ехать. Вот все смеются: в Америке дорогие цены, знаете, в Москве, блин, ну, понятно, что немножко поменьше, но немножко поменьше. Так сложилось, что я начала в Москве болеть. Я не знаю, что случилось, может быть, вода, может быть, климат, может быть, что здесь не так, я начала болеть. Постоянные ОРВИшки, постоянные простуды, у меня вечно что-то болит, у меня начали хрустеть колени, суставы, у меня начали расти кисты. Просто такое ощущение, что кто-то сшил куклу Вуду и тыкает в меня иголками вот просто в каждую часть тела. Я не знаю, почему здесь болит просто все. Сходить в частную клинику к лору 7500. Сходить к гинекологу в эту же клинику 20 тысяч с анализами. Выписывают кучу левых, странных, зачем-то ненужных, непонятных анализов, дополнительных процедур, потому что, ну, частную клинику можно понять, им надо зарабатывать, черт возьми, в Москве всем надо зарабатывать. Если ты не зарабатываешь кучу денег, нахрен ты тут сдался. Что касается бесплатной медицины, то, конечно же, она тут есть по месту жительства, но ничем она не отличается от ваших поликлиник, которые вот в вашем родном городе. Тоже запись за месяц, тоже ты ждешь 2 недели только, чтобы сдать кровь. Про цены на квартиры я вам уже сказала. Мы живем на одной из самых последних станций на ветке метро. Платим за квартиру 50 тысяч. Ну, плюс коммуналка, плюс интернет, плюс там, что у вас есть, телевизор, да, спутниковый и так далее. Плюс еще это. Соответственно, если вы хотите жить ближе к центру, то раскошеливайтесь. Это будет от 80 и выше. Это и 100 тысяч, и 150 и так далее. Бесконечность. Все зависит от вашей возможности, желания, качества квартиры, ремонта, района и так далее. Сады. Сады — это тоже очень животрепещущая тема в нашей семье. У нас маленький ребенок, к этому времени ей уже 2,5 года, самое время пойти в сад. И мы начали, естественно, смотреть сначала на районе у себя, в государственные сады мы не хотели ее отдавать, потому что 30 человек в группе. Вы сами понимаете, да, какое количество внимания уделяется каждому ребенку. Вот, наверное, вот такое. Естественно, мы рассматривали частные сады, где 10 детей в группе, каждому пристальное внимание, занимаются с детьми, развивают их, играют. Частные сады, даже в Бутово, господи, в богом забытом Бутово, 45 тысяч плюс. Ну, то есть от 45, это без ужина, так как это Москва, тут очень большие расстояния, тут надо ехать либо на машине, либо на автобусе, либо на метро. Метро вообще не приспособлено к тому, чтобы куда-то ездить с детьми, тут вообще нет лифтов. Пара станций, там, каких-то более-менее современных, либо просто оборудованных, ну, их очень мало, этих станций с лифтами. В основном 90% станций не оборудовано лифтом, поэтому все это на руках, коляска на весу, на тебе, на голове, блин, на горбу. Сады — это очень дорого, от 45 тысяч и выше в месяц.
Потихонечку заканчивая это видео, хочу рассказать о плюсах. Естественно, они есть, господи, как же без них, иначе бы мы тут не прожили на целый год. Самый первый, как для нас, это была возможность развития, расширения нашего бизнеса. Тут есть куда расти. Конечно же, социальная жизнь, культурное, огромное количество музеев, парков, постоянные фестивали, постоянные выставки, постоянно даже свободные дни, то есть вы можете бесплатно в них ходить. В каждом районе Москвы бывают концерты бесплатные, там, например, на Новый год, еще на какие-то красные дни календаря, выступают реальные наши любимые звезды. Мы как-то раз шли домой с магазина, слышим, у нас вот тут на районе, я уже знаю, где ставят сцену, мы тогда еще не особо знали, просто шли мимо, услышали музыку, просто решили пройти, посмотреть ради интереса. И у нас на районе, на сцене, поет Маликов, живой. Свои песни вживую поет, старается, танцует, надрывается. Что? То есть это не Красная площадь, это не центр, это далеко. И даже здесь наши районные власти делают так, чтобы радовать людей. И было очень много людей, они были все счастливы. Я была, господи, что уж там таить, я была счастлива увидеть его, как он танцует, как он поет. Оказывается, я знаю все песни, оказывается, я знаю все слова песен, господи. Это было классно. И на каждый праздник приезжают прям группы. Часу до двух это один артист поет, потом, например, с двух до трех, там, я не знаю, сначала Майданов поет, потом Маликов, потом там еще кто-то, Ваенга и так далее. Артисты, которые у нас на слуху, которые у нас на виду, вот они здесь, бесплатно, приходи, смотри. Это здорово, это очень круто. Высокий сервис в ресторанах, не могу об этом не сказать, ну, конечно же, здесь огромное количество ресторанов, огромное количество рестораторов, которые ценят свою репутацию, свое имя, и они стараются, ничего не скажешь. В основном в ресторанах всегда круто, вкусно, например, мы любим очень ходить в рестораны Новикова, и мы знаем, что если мы придем, там будет все на высшем уровне, там будет вкусно, приятно, хорошее обслуживание, атмосфера, все-все-все будет чики-пуки. Не помню, чтобы в каждом ресторане моего родного города было здорово. Вот прям вообще нет. А тут, если ты просто будешь делать говно какое-то, к тебе не будет никто ходить. Поэтому люди, ну, реально рвут на себе все, лишь бы быть лучшим. Ты не боишься просто куда-то пойти в неизвестное место и нарваться на какую-то хрень. Ну, просто чаще всего хрени нет. Путешествие. Это отдушина вообще, которая была у нас в течение этого года нашей жизни. Из Москвы очень много рейсов летает. Просто по всему миру, и чаще всего они недорогие. И есть и лоукостеры, и вообще какие-то дешевые авиалинии, и акционные билеты постоянно выпрыгивают, выскакивают, выстреливают, и можно это схватить. Мы объездили за этот год очень много мест, очень много Европы обкатали, в Азию съездили, туда-сюда, ну, в общем, вы можете посмотреть это в моем плейлисте, который называется «Путешествие Travel Vlog». У меня там очень много новых видео, обязательно смотрите, переходите. Это все потому, что мы в Москве, и потому что билеты отсюда стоят недорого. Город в целом чистый и ухоженный. Наш район просто вот реально вылизанный. Что уж говорить про центр Москвы, там всегда приятно, там всегда красиво, там всегда все украшено. В Новый год это вообще отдельная история. Очень много тратится денег на украшение города, для создания атмосферы нужной, праздничной. Людей радуют как могут. И вообще в целом город чистый. Этому уделяется огромное внимание, постоянно работает снегоуборочная техника, которая просто моет асфальт, техника, просто ездит машина, которая воду разбрызгивает, убирает пыль с дорог. Да, здесь чисто, здесь ухожено, чисто, за городом следят очень-очень-очень. Дороги в хорошем состоянии, здесь нет морозов, вот эта зима прошла, все зимние месяцы было 0 градусов. Ноль. Ну, максимум минус там 5. Ну, это вообще был какой-то супер морозный день пару раз за зиму. А вообще это была нулевая температура. Я даже не почувствовала зиму как таковую. Тут нету морозов. Например, на Дальнем Востоке морозы минус 25, это прям норма. Здесь о таком даже не слышали. Я не знаю, если будет минус 25, все помрут. Ну и, как я уже говорила, здесь можно найти все, что угодно, кого угодно. Все, что ваша душа пожелает. Любую еду, любую мебель, любую косметику, любую одежду. Здесь реально есть все. Медицина любая. Просто любая, которую вы себе можете представить. Не нужно искать, просто открываешь Google и сотни вариантов на выбор. Это круто. Ну и, наверное, на этом все. Рассказала, в принципе, плюсы-минусы Москвы, как это вижу я, как это произошло в нашей семье. Стоит повторить, если вы переезжаете сюда наемным работником, есть работа, да, у вас она находится рядом с домом, вам не нужно ехать часами куда-то, чтобы до нее добраться, у вас вообще будет совсем другая жизнь. Совершенно. Не такая, как у нас. Может быть, вам и понравится здесь, потому что вы не будете сталкиваться со всеми этими пробками, этими жуткими дорогами долгими и так далее. У вас будет работа, дом, ну и по праздникам будете куда-то выезжать.
принципе-то нормально. Но когда твоя работа по всему городу, и ты простаиваешь в пробках пол своей жизни, это, конечно, ненормально. Не стоит сюда приезжать, если у вас нету нормального дохода. Если у вас маленькая зарплата, если вы здесь находите в Москве работу с маленькой зарплатой, блин, 10 раз подумайте, надо вам это или нет. Жить в гадюшниках, работать на какой-то странной малооплачиваемой работе, здесь просто все дорого, все вокруг дорого, поэтому, чтобы чувствовать себя человеком при этом, при всем, комфортно, чтобы вам было уютно, чисто, тепло, хорошо, надо много зарабатывать. Просто будьте к этому готовы, не стройте замков, таких, как я себе построила. Все тут намного жестче и сердитее. Такое есть слово сердитее? Короче, зло и сердито тут все. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я была рада поделиться с вами частичкой своего опыта в Москве. Буду рада, если это видео было для вас полезным. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Впереди много интересного, красивого, классного и полезного. Всем до скорых встреч и пока-пока.